Доброе утро, друзья. Утро действительно доброе. Мы поспали хорошо. Не знаю, во сколько легли, где-то в 10. Ну, вот уже 7 встаем, 7:30 завтрак. Смотрите на эту красоту. Хотела вам свайпнуть. Ну ладно, сначала на меня посмотрите, а потом на красоту. Вот, такие двери классные, выходишь. Так я... В смысле, на меня, потом на красоту? Контраст был, да? Наташ, доброе утро. Да, доброе, доброе. Ой, сейчас... Подробно посмотрим. Такая веранда классная. Так, так посидеть было. Хотя еще все еще в кадре. Так, вот это наши сумки с пледами, с дождевиками, это с водичкой. Ну, знаете, у нас такой маленький номер, поэтому даже их не вносим. Вот моя мобилочка лежит. Но тут сидеть просто сказка. Кстати, это барабаны. Ну, Наташ, подержи, да. Я по барабаню чуть-чуть. Народ, разбужу. Смотрите, это все барабаны. То есть не тумбочки, а барабаны. Шикарно. А ты посмотри то кресло. Я вообще в шоке от него. Как, сейчас я покажу. Как а само это лежанка это, ну просто. А цвета как подобраны. Я в шоке. Ну классно. А стол вот тут вот. Не-не-не, вот там. Вот, ну, вот вообще что-то с чем-то. Кстати, а столик? Тоже, да? Тоже бубен. Обалдеть. Так, даже как говорила, где наша зажигалочка, зажжем свечечку. Ну, а смотри, какая вчера уже такие были. Вот это мне нравится. Да, вообще классно. Ну тут сделана веранда, конечно, классно. Сейчас я хочу картину еще показать. А, вот видишь, у них эти женщины такие ноги. Она меня страшит, если честно, у дома, который у нас. Да. Она меня как-то так это страшит. Ну ничего. Есть такая картина, купили на Занзибаре, там, конечно, вот такие две женщины, действительно, они вот как ноги, я не знаю, как будто ног нету, или что-то такое, вот сейчас вот покажу, как будто, не знаю, кости или что-то такое, немножечко страшное. Ну, кресло вообще класс, класс. Вешать что-то можно, когда приходишь с работы, да, с мешочком картошки. Ой, ёлки-палки. Ну вот, подлетела тут такая штучка, я с ней заметила. Тут уже закрывается калиточка. Тут уже сервируют столик. Там будет завтрак. Доброго всем утра. Ой, класс. Вот, мальчик убирал здесь, кстати. Ой, собачки. Привет, привет. Вчера не так на меня тут просто гавкаем. Смотрите, это же два больших дога. По-моему, Соли и Луна. Потому что пароль Соли Луна. Здесь. Hello, good morning, good morning. Хозяйка спряталась. Соли, Луна. Вот, я их запомнила. Брат и сестра, и им 5 лет. Такие, когда маленькие были, вообще смешные были, гоняли здесь. Вот такие здесь дожки. Так что охраняет территорию Масаи и два прекрасных дога. Класс. Привет, привет. Говорят, люди в отзывах писали такие лопуськи. Но вчера, когда здесь снимала на Инстаграм, ох, как они просто на меня рванули и так гавкали. Хозяйка сказала, ну они просто еще не знают, это новый человек. Ну так что, ну, погавкали, ладно, ничего страшного. Ну, так что желаю вам доброго утра. Не выспалась, наверное, все-таки. И будем сейчас идти на завтрак, смотреть, что у нас на завтрак. Наташа уже в платьице. Где ты его купила? В Таиланде. В Таиланде, прикольно. Ну все, идем на завтрак. Не забывай. О, вчера ж не было. Было. Было? Я еще обратила внимание, что сушилка, было, можно постираться. Я на фотках посмотрела, что есть это. Было-было. Смотри, здесь есть вот. А где собачки? Собачки там были. Интересно, дождь будет? Вот сушилка еще у людей тоже стоит. Вот видно же, что сушилка. Morning. Так, thank you. Я хотела это, сейчас фотки хочу сделать, эти фотографии пляжа, mm-hmm. Это расстояние. Так. Собачки где-то здесь, кстати. Я так поняла, хозяйка вот там вот живет. Вот. Наверху, кстати. У нее такой двухэтажный бунгало. Мальчик убирает территории, где собачки отдыхают, видимо.
Не знаю, интересно, где садится. Можно здесь, сервировано здесь. Значит, всего 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 гостей. Ой, какое прикольное сердечко, видели в сувенирчике, да, вчера. А, точнее, я его не подсняла вчера, когда кушали в итальянском ресторане. А здесь попка, я еще подумала, что у них попки на сувенирчик. Вот, наверное, чай, кофе стоят, но не знаю, сейчас что-то будут приносить, видимо. И такой бассейн, джакузька. Даже спрашивают, как завтрак проходит. О, маски висят, класс. You can sit here or where? Here, okay. Сказали здесь садиться. Это странно, обычно люди так подальше друг от друга, а тут нас так поближе делают. Ну, как-то вот... Что, в отеле сейчас только 5 человек? Ну, я не знаю, выходит так, прикольно. Всегда пишут, что он заполнен, я еще так бронировала его, помню, где-то месяца за 3. Мне еще сказали переслать деньги на какую-то МПС, то есть не букинг должен был брать. Я сказала, я вам ничего пересылать не буду, я приеду, заплачу наличкой. Они сказали, ну окей, я говорю, смотрите, на букинге я там Genius Number 2, там это какие-то скидки, или 10% всегда скидка за отель, или бесплатный завтрак. О, музычка, музычка пошла. Главное теперь, чтобы ютубчик не заблокировал. Ага, смотрите, сейчас нам нужно выбрать просто что-то. Что-то есть. Ну, наверное, омлет можно выбрать. Я омлетик хочу. Что есть? А, фрукты, джем, тост. А типа сказать все, все ты хочешь или нет, потому что тут выбирать особо. У нас нету десерта, есть мандази. Окей. Так, давайте, ну, пусть они все принесут, точнее, пусть молодой человек все принесет, мы все будем, да. Мы хотим кофе. Мы хотим нормальный кофе, сказали за 150. For me too, please. Espresso and more water. Look like americano. You know americano? Yeah. Better what same as americano. But normal coffee. But coffee normal, yeah. Он сказал, кофе 150, нормальный стоит, а тут растворимый. А тут растворимый. И люди писали, что единственное разочарование в этом крутом отеле – это растворимый кофе. Ну, у нас такой же даже есть. Ну, кстати, дома у нас нету ни чайника, ничего. А что там еще? Фена нет. Фена нет и чайника нет. У чайника это плохо, потому что, ну, холодильник вот здесь вот, ну, правда, здесь, а ну, покажи холодильник, кстати. Здесь ты открываешь и берешь какой-то... напиток, и ты просто пишешь, что ты взял вот здесь. Да, только я не знаю цены, кстати. Да, только мы цены не знаем. О, таски есть. How much water and this and this and this? The water is 150. Ага, water 150. Big, yeah. Ага. The small one is 100. Ага. 150. Beer is 250. Beer? 250 вообще, okay. Мы вчера по 400 брали. 100. Yes. Ну, вообще нормально. Пиво так мы вчера по 400 брали, во всех отелях брали 300-350, по-моему. Ну там, я уже не помню. Не ошибся? Ну не знаю. При выезде посмотрим. Но 250 пива, это вообще нормально. Так, ну что, сейчас там принесут завтрак и, надеюсь, нормально кофе. Ну да, давай посмотрим. Ой, бусики снова. Ой, тут маски класс. Масочки классные. Ну, это тоже мне показалось, видите, эти бусики. Ну, это какие-то как пластик или резиночка какая-то. Тут бы не убиться еще. Вот, сидишь, отдыхаешь, пьешь пиво, смотри, в джакузике. Обрати внимание, мне так нравится. Зайди и посмотри, вот этот крюк, коряга, и это тебе уже этот, вешалка. Вот это мне так нравится. Это они пристроили, класс, конечно, да? Прикольно, да, молодцы. И у нас же так, только вот он пошире, пошире. А что там? Такой душик. Сделали бы еще такие услуги. Душ Шарко. Так, а ну давайте я посмотрю, что там. Туалет, что ли? Массаж, я думаю. Не, я не вижу, что там. Массаж, да? Наташа только что здесь выглянула. Ладно, иду за Наташей. Ну, сделано как... Да, прикольно отель сделан. Все пишут, что он необычный, необыкновенный. Ой, да что ж такое-то? Да, тут порожки, конечно, сделаны. А ну? Yes, yes, yes. Yes. The espresso is for one or two? Two, two, two. Two, two. Two espresso look like americano. Да. Yes, 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 yeah. Yes. You and me. You and me. Такой, тебе и тебе. Вот массаж. Там написано, один час массажа, что-то это... Надо посмотреть и написать просто. Интересно же людям. А вот коряга, смотри.
Это ж можно и присесть, наверное. Да, тут в ожидании массажа. Что там? Угу. Ну, там. Собачки, видимо, спят. А что-то они спят так? Не-не-не, я просто вот они бегали, смотри, по территории. Да? Я уже их показала в видео. Совсем меньше это, природа. Вот заголи, это вообще уже другое. Парить, уже, вот оно как тропики. Я здесь в шортах, я в майке, я уже вспотела. Да. Ладно, ждем сейчас наш завтрак. Вот, кстати, активитис и всякие экскурсии, которые в Атаму может быть. Вот ныряние, сафари в море. Птички, кайтсерфинг, каяк, это тут прикольный мангровый лес. Помните, мы были в манграх в Абу-Даби 2 раза. Дальше Hell's Kitchen что-то. Руины Гёде, прикольно, кстати, на тук-туке даже. Дальше Арабука Форест, тоже прикольные. И мы хотим, может, на ферму змей попасть. А дальше черепашки. А массаж, вот нету цены. Написано, бронируйте у заваде, ну, то есть на рецепции. Вот массаж, ну, тоже непонятно. Массаж, лондри, это стирочка, и small бассейн, вот это вот, free for all guests. Маленький бассейн бесплатно для гостей. Так что, ну, вот такие вот здесь развлекушки. Но, честно, я бы уже после всех сафари, после экскурсии просто погулялась бы на пляже и покупалась в океане. Не знаю, поедем так поедем. А погуляем по пляжу, погуляем по пляжу. Вы с нами, спасибо. Ставьте лайк, пишите коммент. Мы ждем завтрак. Наверное, мальчик неправильно понял, сейчас принес кофе. Но если я сейчас выпью кофе, то у меня желудок скрутит. То есть мне сначала поесть нужно. Я ему объяснила, что after breakfast. Ой, собака. Видите? Ай-яй-яй, какая красота. У меня уже как сафари на собак. Ой, боже мой, какая лапка. И хозяйка такая снова увидела, что я снимаю, снова ушла. Такая, ну нафиг, в кадр попасть не хочу. Наташа вот пьет утренний кофе. Настаиваю, что я сказала? Что Поля сняла, называется. Мальчик понял, парень понял, как сделать. Очень вкусно, реально. О, вот это мой вкус. Вот нормально, мой чуть вкус. Больше доллара, ну, получить хороший кофе тоже важно. У нас с собой есть пачечка, но нет уже чайничков. Угу, но это делать. Займет время. Итак, простите, уже 8 часов, да, завтрак в 7.30. Мы пришли в 7.30, это называется поле-поле. И на Занзибаре, вот мальчик там готовит себе, и в Кении называется медленно-медленно, поле-поле. Там, когда в отелях в Амбаселе, в этом там шустрят. Там четко люди, готово, да. Все. Особенно в Амбаселе, там просто. Ну, как бы, да. Цавы это... девочки еще, они чуть-чуть такие. Ну, есть мальчики с девочки. Ну, омлет за секунду практически. Да, хопа, то есть... хопа. Короче, мы про кофе. Кофе реально классный такой. И реально маленький парень понял, что надо побольше воды и не сделать вкус, американо, а не эспрессо. Вкус, потому что я американо терпеть не могу, только с это, потому что они вкусно делают. А я люблю вкусно. Американо. Ну, молодец, молодец. Ура, принесли омлетик. Ух ты, принесли всякие такие тостики. И, не знаю, это, наверное, сладость. Ух ты. И джемик. Вообще классно. Ну, все нормально. Вот такой вот завтрак здесь. Ну, небольшой, но достаточно, чтобы поесть и пойти дальше себе. Слушай, мне от кофе так хорошо стало. Я не знаю, такой какой-то... Ну, во-первых, сразу пошел жар, но вкусненький. Так, и уже принесли. А мне это прекрасно, я только что уже немножко попробовала. Только обернулась, называется, и уже принесли. Это... Ну, такой омлет прямо, они прям туда все положили. И помидорчик, и зелень. Очень вкусный. Реально вкусно. Класс. Вот эти штучки мы не знаем. Попробуем еще. Это, наверное, как... Ты сказал, это у нас нет. Этого есть, а этого нет. Да? Неси, разберемся. Неси. А джемчика красиво, посмотри. Угу. И сразу на это мушки. Так что приступаем. Какой-то сачок еще несет. Еще что-то будет? Не знаю, наверное. Это фреш? О май гад. А это маслице? Ого. Ого. Вот арбузик. Вот это вот мы любим. Боже, ты посмотри, какая прелесть. Я не могу. Бегемотик. Thank you. Бегемотик с маслом. Боже, красиво. А это вкусно. Народ, это правда вкусно. You make little music. Yes. Music. Okay. Все, сейчас нам включают музычку. Она такая красивая. И мы идем в пляс. А ты посмотри, как завернули это. Этот. Омлетик. Помидорчик, да. Красивая такая восьмерочка. В общем, мы довольны пока. Даже очень. Даже очень.
Наташа заметила, что это вот сердечко, попочка, это держатель для салфеток. А я просто думала, для красоты положили. Класс. Ну, тяжелое. Тяжелое, то есть в сувенир не везти. Наташа уже хочет сувенир себе этого бегемотика. Но не вот этого, а... найти такую, это же вообще супер вещь. Ключи бросил, украшения положил, ну вообще, ну они такие клоуны. А сейчас, как они называются, Наташа будет мхамори пробовать. Мне кофе тоже уже привезли, сейчас буду наслаждаться. Ну давай, Наташа. Угу, тебе больше кофе, нет? Ну отопьешь у меня, ладно. Жареное в масле. Оно пустое, по-моему. Ну, покажи. Внутрь покажи. Как я сказала. А, как пирожки на вокзале, на железнодорожном продавались, такие пончики. Пустое. Слушай, ну вкусное. Мхамри. Немножко посыпанное сахарной пудрой. Это как я в Амбаселе. Я говорю, а что это такое? И открывается, ну, эту штуку, в которой тепло сохраняется, еда где. И, значит, это, лежат пирожки там. Не пирожки, а булочки. Булочки. Просто булочки. И я говорю, а, it's empty. А он, it's not empty. It's plain. Ну, знаешь, для нас это пустой пирожок, да? Ну, потому что пирожок должен быть с чем-то, да? Даже сказал, он пустой, да? Он пустой. Он говорит, он, it's not empty. Это просто простой. Он простой. Ну, то есть, по-разному, да? Думаем мы это. И дословный перевод. Да, вот. Посмеялись, короче, он, it's not empty. It's plain. Ну, то есть, в середине-то есть. Mm-hmm. Ну, короче, вот такая консистенция. Очень приятный, вот, класс. Мхамри, да? Мхамри. Ага. Так, ну что, друзья мои, вот такой у нас завтрак. Надеюсь, у вас тоже был сегодня вкусный завтрак, вкусный обед, ждет вкусный ужин. Что у вас есть электричество, свет и интернет. Что вы пишете комменты, ставите и лайки. Вода, да. Все, всем пока. Желаем это всем хорошим людям.